Так, дорогие коллеги, добрый день. Давайте проверим, как меня слышно. Если не сложно, поставим плюсики в чат. Отлично. С кем не знакомы, меня зовут Надежда. Я являюсь представителем отдела продаж отелей Rixos в Египте. Поэтому сегодня у нас речь зайдет о наших отелях, которые активно работают и принимают ваших туристов, и мы знаем, что вы активно их тоже продаете, поэтому думаю, что информация будет довольно-таки полезной. По ходу нашего вебинара, если у вас будут возникать какие-либо вопросы по каждому отелю, по тем отелям, которые предстоят нам, я буду рада на них ответить и во время вебинара, и также, если будет возможность отвлекаться. Если не будет возможности отвлекаться, то будем отвечать уже в конце непосредственно вебинара. Сейчас откроем нашу презентацию. И начнем. В целом, как я уже сказала, я думаю, что с нашими отелями все знакомы довольно хорошо. Отели у нас на самом деле в Египте 5, но сегодня мы с вами поговорим о трех из них, о четырех из них, которые вы активно продаете. Самый, наверное, важный момент – это то, что отели Rixos в Египте значительно отличаются от других отелей, сетевых отелей и в целом отелей в Египте, концепцией питания напитков и концепцией развлечений. Вы можете обратить внимание на слайд. В наших отелях действительно обширная концепция питания напитков. Это система питания ультра все включено и премиум ультра все включено в премиальных отелях соответственно. Понять, в каком отеле какая концепция, очень просто. Если в названии есть приставка премиум, то, соответственно, отель работает по концепции премиум ультра все включено. Если в названии отеля нет приставки премиум, а это у нас отель Rixos Sharm el-Sheikh Adults Only 18+, он у нас работает по концепции ультра все включено. Как вы знаете, во всех наших отелях главной фишкой является множество ресторанов а-ля карт. И все рестораны а-ля карт у нас входят в концепцию питания и предоставляются для гостей без каких-либо ограничений, абсолютно бесплатно. Во всех наших отелях работает онлайн-система бронирования. По приезде в отель туристам выдается QR-код, отсканировав который при подключении к внутренней сети Wi-Fi они могут забронировать ресторан а-ля карт на несколько дней вперед. Вне зависимости от количества дней отдыха, вне зависимости от периода проживания, туристы могут бронировать а-ля карт рестораны абсолютно ежедневно. То есть даже если туристы приехали к нам отдохнуть буквально на несколько дней, 3-4 дня, они также могут абсолютно ежедневно ужинать в ресторанах а-ля карт по их выбору и их вкусу. Во всех наших отелях, в отличие от других египетских отелей, у нас предоставляется импортный алкоголь. То есть и в концепции ультра все включено, и в концепции премиум ультра все включено будет представлен импортный алкоголь. Но чем, собственно, отличается концепция премиум ультра все включено от концепции ультра все включено? Это как раз-таки ассортимент алкогольных напитков. То есть импортный алкоголь у нас представлен во всех наших отелях. Например, Red Label, Jack Daniels, они будут и в том отеле, и в другом отеле. В премиальной концепции у нас будет более широкий ассортимент, то есть здесь уже будет входить и Chivas, и Blue Label, они также будут входить в концепцию напитков. Поэтому на самом деле разница между концепциями не очень значительная, это опять-таки алкогольный ассортимент и количество блюд в главном ресторане. То есть если в отеле Rixos Sharm el-Sheikh Adults Only 18+, у нас за прием пищи от 300 до 500 блюд, то в отеле Rixos Premium Seagate, в отеле Rixos Premium Mogavish Hilton Villas у нас будет уже от 500 до 700 блюд за прием пищи. По концепции питания, помимо а-ля карт ресторанов, также хочется отметить, что наш главный ресторан работает на завтрак, поздний завтрак, обед, ужин и поздний ужин до 2 часов ночи. После 2 часов ночи до завтрака непосредственно также сервируются небольшие закуски и снеки на террасе главных ресторанов, но в основном, конечно, туристы обращаются за поздним ужином, и если у туристов поздний приезд в Шарм-эль-Шейх или Хургаду, мы также их, конечно, им предоставляем питание. Так как мы турецкая сеть отелей, у нас много разных турецких фишек, это и турецкий кофе,
и турецкий чай, который сервируется во всех барах. Гюзлиме и Аран есть определенные зоны на пляжах каждого отеля, где можно насладиться именно турецким гюзлиме и самым настоящим Айраном из бочки. Во всех наших отелях предоставляются свежевыжатые соки без каких-либо ограничений в главном ресторане. И у нас также есть отдельные детокс-бары, где можно насладиться соками и детокс-напитками на выбор туристов. То есть можно абсолютно сделать любой детокс-напиток по их вкусу и желанию. Что касается семейных отелей, конечно, хочется отметить детскую концепцию отдельно, так как Казахстан больше у нас пользуется нашими семейными отелями. У вас приезжают на отдых довольно большие семьи, поэтому сразу хочется отметить, что детская концепция у нас тоже обширная. Детское питание представлено в главных ресторанах. Есть детское питание баночное, это Hero Baby, швейцарская компания, фруктовое и овощное. Мясного детского питания, к сожалению, в Египте нет. А помимо этого, конечно, есть отдельный детский стол, где есть разные каши, снеки, закуски. И по желанию туристов, если они вдруг не находят то, что необходимо их ребенку, можно обратиться к повару, и для ребенка отдельно могут приготовить все, что необходимо. Помимо детского питания у нас, конечно, также есть безглютеновое питание, есть диетическое питание, то есть весь ассортимент представлен на шведском столе, и также по запросу повара могут приготовить все, что необходимо туристу. Что касается нашей анимации, мы смело всегда говорим, что мы очень сильно отличаемся от других отелей, поэтому анимация у нас тоже несколько разнится. Если в турецких отелях, в эмиратских отелях, в отеле Риксос есть конкуренция, в Египте мы всегда говорим, что у нас конкурентов нет, и мы этим очень гордимся, потому что мы единственный турецкий отель в Египте, который воплотил в реальность именно турецкую концепцию, к которой привыкли ваши туристы в Турции и в Эмиратах. Дневная анимация у нас очень активная. Помимо обычной анимации, у нас есть Exclusive Sport Club. Это профессиональные фитнес-тренера, которые представлены в каждом из наших отелей. Они проводят разного вида тренировки в течение всего дня, то есть с самого утра, начиная с утренней йоги, зарядки, кроссфиты, степ-аэробики, флай-йога. Водные аэробики тоже довольно разнятся. Это и водные батуты, которые устанавливаются в бассейнах, и водные велосипеды, которые также представлены. То есть уроки зумбы, уроки танцев. Абсолютно обширная программа, которая доступна для гостей в течение всего дня, естественно, без какого-либо предварительного бронирования. Есть определенные площадки, которые сразу видно. В основном они находятся на пляжах. И именно там под тентами проходят все тренировки. Что касается вечерних шоу-программ, я думаю, что многие из вас бывали в наших отелях, на самом деле, и у вас была возможность насладиться нашей анимационной программой. Вечерние шоу у нас тоже значительно отличаются. Это не танура, не танец живота, не какие-то фокусы, да, клоуны. Это профессиональные артисты, которые трудоустроены в наших отелях и работают исключительно у нас. То есть это абсолютно ежедневные выступления на главных сценах наших отелей. Есть танцевальные коллективы, которых более 80 человек. Есть музыкальные коллективы, живая музыка, которая представлена на террасе в вечернее время, на завтрак и на ужин в главных ресторанах, на обед в том числе. То есть профессиональные артисты, которые развлекают туристов в течение дня и в ночное время в том числе. Хочется отдельно отметить детскую программу, то есть помимо детских клубов в наших отелях у нас также работают профессиональные артисты в детских клубах. То есть помимо обычных аниматоров, которые просто развлекают детей, у нас есть профессиональные артисты, это и шоумены пузырей, неоновое шоу, разные ростовые куклы. И в вечернее время у нас отдельная шоу-программа на сцене проходит для деток. То есть в наших отелях помимо детской дискотеки для детей также устраивается отдельное красивое вечернее шоу с профессиональными артистами. И уже после шоу проходит детская дискотека, и дальше детки у нас до 11 часов вечера развлекаются в детском клубе. А взрослые могут параллельно отдыхать уже без них. Спа-центры также хочется выделить отдельно. Спа-центры Анджана Спа в наших отелях всегда имеют множество наград. Действительно широкий ассортимент услуг, действительно красивые спа-центры, где можно насладиться тишиной, покоем и
профессиональными услугами массажа и красоты. Услуги массажа и красоты во всех наших отелях, конечно, будут за дополнительную плату, но зоны парная, джакузи, сауна, они у нас бесплатны для всех наших туристов без предварительного бронирования. То есть в спа-центр всегда можно прийти и просто насладиться тишиной и покоем. Пройдемся отдельно по каждому отелю. Хочется отметить немножечко номерной фонд, какие-то новинки, поэтому сейчас обязательно расскажем. Рикса Шарм-эль-Шейх, собственно, наш первый отель Рикса в Египте, который был открыт в 2012 году. В 2019 году в отеле была полная реновация территории, и вот буквально в начале, в декабре этого года, мы обновили несколько номерной фонд. Хочется напомнить, что данный отель у нас работает по концепции для взрослых 18+, и даже в качестве исключения 12-летних детей мы сюда не подтверждаем. 17,5, начиная с 17,5, иногда в качестве исключения мы можем подтвердить, но вот до 17,5 совсем никак. Отель для взрослых, и все-таки наши туристы ожидают, что здесь не будет детей, и приезжают отдыхать в тишине и покое в дневное время и наслаждаться вечеринками в вечернее и ночное время. В отеле у нас 610 номеров, территория довольно большая, 153 тысячи квадратных метров. По территории отеля у нас курсируют гольф-машинки обязательно, то есть наши туристы, ленивые туристы, пешком они ходить не любят, поэтому все передвижения у нас проходят на гольф-машинках в течение всего дня и до утра, то есть всю ночь машинки также передвигаются по территории отеля. 8 ресторанов а-ля карт, которые, напомню, включены в стоимость проживания и абсолютно бесплатны к посещению. 6 баров и 3 снэк-бара, которые сервируют закуски в течение дня. Пляж 330 метров и наш заход в море с понтона. Напоминаю, что наш отель находится в Напке. Как вы любите говорить, самый ветреный район, но поверьте мне, часто это больше преимущества, нежели упущения, особенно в летний период времени. У нас действительно очень комфортно отдыхать. И наш заход в море в связи с тем, что мы находимся в заповедной зоне, понтон протяженностью 147 метров. Здесь понтон не такой большой, как в отеле Rixos Premium Seagate, поэтому обычно он не доставляет неудобств. Часто от вас поступают вопросы по поводу приливов и отливов. Если кто-то знает, не знает, это зависит от фаз Луны, какие-то космические состояния, поэтому предугадать, когда конкретно будет прилив, когда будет отлив, очень сложно, но тем не менее, именно за счет понтона вода никогда не уходит дальше понтона, то есть в любом случае прилив или отлив, купаться в море всегда можно и возможно, единственное, что это выглядит не очень эстетично. В остальном это никак не влияет на купание в море, и наш пляж всегда доступен для туристов. 7 бассейнов, их сразу хочется отметить, я не знаю, как сделать здесь курсор. На фотографии, на слайде, если обратите сейчас внимание, на фотографии справа, наш главный бассейн, который подогревается в зимний период времени. Поэтому сразу обращаю ваше внимание, в отеле Рихсас Шарм-эль-Шейх 18+, у нас работает с подогревом только один бассейн, который как раз-таки находится на фотографии справа. И вокруг этого бассейна у нас находятся номера категории Deluxe Room и категории Family Room, корпуса 3 и 4. То есть, если туристам зимой принципиально бассейн с подогревом, обращайте внимание на то, что это будет определенная категория номера Deluxe или категория номера Family Room. Что касается развлечений в отеле Rixos Шарм-эль-Шейх, здесь они более обширны в вечернее время. То есть дневная анимация такая же активная, как и во всех наших отелях. Это Exclusive Sport Club, спортивные тренера, обычные развлечения, игры, пляжный волейбол, дартс, боча. Все, что в целом представлено, я думаю, во всех отелях с турецкой концепцией. Что же касается вечерних программ, здесь вечеринки начинаются с времени заката. Наша самая популярная вечеринка на закате, которая проходит абсолютно ежедневно на пляже. После этого у нас идет небольшой перерыв на ужин в главном ресторане или в одном из ресторанов а-ля карт. И затем у нас начинается наша вечерняя шоу-программа, после которой также приходит дискотека. В отеле для взрослых у нас нет таких строгих временных рамок, как в семейном отеле, да, где деткам нужно ложиться спать. Поэтому здесь у нас вечеринки обычно до часу, до 2 часов ночи, а то и позже, если вдруг остаются туристы, которые хотят и дальше продолжать веселиться.
Кинотеатр под открытым небом у нас находится на пляже, и чайная церемония, о которой мало туристов знают, почему-то не обращают на это внимания, но это тоже очень красиво. Как раз-таки возле бассейна с подогревом у нас есть прекрасная терраса на первом этаже, на которой абсолютно ежедневно у нас проходят чайные церемонии, именно в том виде, в каком это должно быть. То есть туристы садятся за красиво накрытый сервированный десертами стол, выбирают чай, который они хотят, именно с песочными часами, в красивой атмосфере им заваривается чай по их вкусу. Такие небольшие фишки именно в этом отеле. В других отелях чайной церемонии у нас, к сожалению, нет. Номерной фонд, как я уже отметила, у нас несколько обновился. Номера категории Superior Room – это минимальная категория номера. Максимальное размещение в данной категории номера у нас 3 взрослых, площадь номера 37 квадратных метров. И эта категория номера была полностью реновирована в декабре этого года. То есть на данный момент номера категории Superior у нас полностью реновированы, и нереновированных номеров в данной категории у нас не осталось. В качестве дополнительного спального места предоставляется полноценная дополнительная кровать. То есть это не раскладушка, это не раскладное кресло, это не раскладной диван. Это полноценная дополнительная кровать размером 200 на 110. Номер может быть как с кроватью King Size, так и с двумя кроватями Twin Beds. Вид может быть на бассейн или на сад. В отеле Рикса Шарм-эль-Шейх у нас абсолютно все номера идут с видом на бассейн или с видом на сад. Номеров с видом на море в данном отеле у нас, к сожалению, нет. А вторая категория номеров – это номер категории Deluxe. От номера категории Superior на данный момент он отличается лишь площадью, то есть здесь номер будет более просторный, 50 квадратных метров, и максимальное размещение здесь будет также 3 взрослых. И на самом деле лично мой совет, если у вас едет 2 взрослых, номер категории Superior будет более чем комфортен. Если у вас едет 3 взрослых, то номер категории Deluxe будет более комфортен в плане именно площади, да, и комфорта туристов. Диваны здесь также не раскладываются, то есть здесь для третьего человека будет доставляться дополнительная кровать. Номер также может быть с двумя раздельными кроватями или с одной кроватью King Size. И напомню еще раз, именно эта категория номеров находится в корпусах 3 и 4 вокруг подогреваемого бассейна. Но обращаем внимание на то, что номера категории Deluxe у нас пользуются большим спросом именно в зимний период в связи с тем, что они находятся возле подогреваемого бассейна. И номера категории Superior у нас больше пользуются спросом в летний период, потому что они находятся ближе к морю. То есть здесь не такая небольшая дилемма. Номера категории Deluxe у нас будут ближе к главному ресепшн и к лобби, но дальше от пляжа. Номера категории Superior у нас будут ближе к середине отеля и, соответственно, ближе уже непосредственно к пляжу и морю. Данная категория номеров также была полностью реновирована в декабре этого года. То есть абсолютно все номера категории Superior и все номера категории Deluxe у нас были полностью обновлены, начиная с полов, заканчивая мебелью и текстилем. То есть ремонт был полный номеров. Сделали мы это очень незаметно, не влияя на загрузку отеля, то есть закрывая корпус за корпусом, все было полностью отреновировано. Следующая категория номера, которая не очень пользуется спросом в связи с концепцией 18+, но также может быть для более большой компании друзей, да, это номера категории Family Room, номера двухспальные, но одна спальня у нас получается проходная, то есть номер состоит из спальни с кроватью King Size, вторая спальня с двумя раздельными кроватями, и одна ванная комната. При этом одна спальня будет проходная, окно, конечно, закрывается полностью шторой. Есть межкомнатная дверь, которая также плотно закрывается. То есть в целом размещение 4 взрослых здесь возможно. Номера находятся в корпусе 4, который также близко к подогреваемому бассейну и подальше от пляжа. Номера категории Junior Suite – это наибольшая категория номеров в данном отеле. 74 квадратных метра площадь номера. Максимальное размещение здесь 3 взрослых. Предоставляется по запросу дополнительное спальное место. В основном номера у нас идут с двуспальной кроватью. На мой взгляд, это такой романтичный вариант. То есть номера категории Junior Suite у нас гарантированно ближе всего к морю. Это те корпуса, которые находятся ближе всего к пляжу. К сожалению, здесь также вид в основном идет на бассейн.
или на сад. Есть несколько номеров с частичным видом на море, которые доступны по запросу, то есть это не гарантированно. При этом номер состоит у нас из спальной зоны и гостиной зоны, которые визуально делятся на две части. И здесь у нас большая ванная комната с ванной, с душевой кабиной, с двумя раковинами и с панорамным окном в ванной комнате, которая, конечно, также закрывается шторкой. Коллеги, все номера, абсолютно все категории у нас находятся в разных корпусах и могут быть как на первом этаже, так и на втором и на третьем этажах. Мы не гарантируем размещение на том или ином этаже. Все зависит от загрузки отеля, возможности наличия свободных номеров, но по запросу вы можете написать в конце, на последнем слайде будут мои контакты. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то вопросы по отелю Rixos Sharm El Sheikh? Добрый день. Можете, пожалуйста, еще раз рассказать про концепцию 18+. Концепция 18+, в отеле Rixos Sharm El Sheikh для взрослых, то есть мы заселяем гостей исключительно 18 лет и старше, никаких на самом деле страшных вещей здесь не происходит, да, это больше сделано, чтобы разделить именно туристов по интересам, то есть туристы, которые хотят отдыхать в семейном отдыхе, есть туристы, которые хотят отдыхать, наоборот, без детей. В дневное время здесь будет более спокойно, тихо, то есть нет вот детского шума и гамма. В вечернее время отличие от наших семейных отелей в том, что здесь вечеринки начинаются с времени заката и продолжаются до 2 часов ночи. Есть то есть если наушники? Даниил, Вот что вы вообще хотите любые. сказать? Коллеги, я думаю, что, наверное, лучше писать чат, потому что звук не очень хороший, и сейчас, если все начнутся по очереди подключаться, мы друг друга совсем не услышим. Давайте я включу видео отеля, и пока будет играть видео, вы можете как раз-таки написать свои вопросы, я буду рада после видео на них ответить. Так, стоп. Коллеги, возвращаемся к нашей презентации и еще раз повторяемся. Отель Rixos Sharm El Sheikh – это полноценный отдельно стоящий отель. То есть отель, в котором 610 номеров, в котором 8 ресторанов а-ля-карт, в котором площадь 153 тысячи квадратных метров, который полностью работает по концепции 18+. Это не номерной фонд в каком-либо отеле, это отдельный отель, который находится в Напке, у которого есть свой пляж и полноценные территории и сервисы, и в которые мы заселяем гостей исключительно 18 лет и старше. Наш второй отель в Шарм-эль-Шейхе – это отель Rixos Premium Seagate. Он у нас работает по семейной концепции. Данные отели у нас также работают по концепции «оставайтесь в одном, наслаждайтесь двумя». То есть между нами буквально два отеля, и гости могут у нас пользоваться территорией и сервисами обоих отелей полноценно, за исключением, соответственно, детей. То есть между двумя отелями у нас курсируют гольф-машинки, и
свободном передвижении туристы на гольф-машинке вдоль пляжа буквально за 5 минут могут доехать из одного отеля в другой. Это два полноценных разных отеля, между которыми есть другие отели. То есть это не один отель, не разный номерной фонд, а вот именно два разных отеля. Rixos Premium Seagate, наш семейный отель, он у нас открылся в 2016 году, и, к сожалению, до данного момента в отеле не было полноценной реновации. То есть у нас проводится постоянно какая-то частичная реновация, косметические ремонты, территории номеров, но полноценной реновации на данный момент не было. У меня в презентации информация только по первой береговой линии, за что я извиняюсь, но я сейчас обязательно объясню все и расскажу. На первой береговой линии у нас площадь отеля 253 тысячи квадратных метров и находится 720 номеров. В отеле Rixos Premium Seagate с семейной концепцией у нас также есть вторая береговая линия. Через дорогу от первой береговой линии у нас есть номерной фонд, где находится 218 номеров. Это номера с приставкой «Аква» в названии. То есть это не отдельный отель, и абсолютно все номера с приставкой «Аква» в названии – это номера, находящиеся на второй береговой линии отеля Rixos Premium Seagate. На второй береговой линии у нас есть небольшая инфраструктура. Это бассейны, которые подогреваются в зимний период времени. Это аквапарк, в котором у нас 23 горки, 8 из них детский островок. И также есть главный ресторан, который сервирует завтрак, обед и ужин, и несколько баров, которые сервируют алкогольные и безалкогольные напитки. Со второй линии на первую у нас ездит шаттл по подземному туннелю. То есть ходить пешком у гостей через дорогу необходимости нет. Они могут сесть на шаттл и буквально за 2 минуты доехать со второй линии на первую. На первой береговой линии у нас находится вся основная инфраструктура отеля. То есть здесь у нас будет 8 бассейнов, здесь у нас будет главный ресторан «Туркласс», который сервирует завтрак, поздний завтрак, обед, ужин и поздний ужин. Здесь у нас будет 9 ресторанов «Алякарт», которые все входят в концепцию, за исключением одного ресторана, это ресторан «Тепаньяки». Это единственный ресторан с японской живой кухней, который у нас работает за дополнительную плату. Все остальные рестораны «Алякарт» у нас доступны для туристов бесплатно. 11 баров, которые сервируют импортный алкоголь и премиальный алкоголь, так как данный отель у нас работает по концепции премиум, ультра, все включено. Наш пляж протяженностью 320 метров и понтон протяженностью 850 метров. Пожалуйста, не пугайтесь, цифра довольно большая, и я думаю, что наш понтон один из самых длинных в Шарм-эль-Шейхе, но все сделано для максимального комфорта туристов. По понтону у нас курсируют машинки, то есть, опять же, у туристов нет необходимости ходить пешком. С берега моря до конца понтона они могут доехать на гольф-машинке. И важная информация, которую, к сожалению, знают не все, как я уже заметила по нашим последним воркшопам. Первый спуск в море в отеле Rixos Premium Seagate у нас на дистанции 250 метров от берега. Это спуск в нашу искусственно вычищенную лагуну, которая окружена коралловым рифом и засыпана белым песочком. Глубина там будет от 1,20 м до 1,60 м. То есть комфортно купаться как взрослым, так и деткам в полной безопасности окружении кораллового рифа в нашей лагуне. Преимущество этой лагуны также и в том, что даже если висит красный флаг, ну, в основном это случается в зимний период времени, да, если море немножко штормит, в лагуне всегда можно купаться. То есть вне зависимости от погодных условий, вне зависимости от красного флага, там купаться безопасно, позволяет площадь лагуны и то, что она обособлена коралловым рифом. Хочется отметить еще раз по номерному фонду, чтобы у нас не было путаницы. Да? При бронировании номера категории Superior Room или номера категории Superior Room Aqua, вне зависимости от категории номера гостей, полноценные гости отеля Rixos Premium Seagate, и они пользуются всей инфраструктурой и всеми сервисами отеля Rixos Premium Seagate. Для деток в данном отеле у нас есть прекрасный аквапарк, как я уже отметила, и также наш прекрасный детский клуб, который является самым большим детским клубом на Синайском полуострове, где проходит активная программа с 9 утра до 11 часов вечера. То есть можно смело оставлять детей под присмотром аниматоров, под присмотром сотрудников детского клуба и до 11 часов вечера. Коллеги, что касается сеток.
В Хургаде, несмотря на то, что вы сняли туда полетную программу на данный момент, у нас есть сетки, так как там песчаный пляж, и там в этом есть необходимость. В Шарм-эль-Шейхе в сетках нет необходимости, потому что в Шарм-эль-Шейхе у каждого отеля есть свой коралловый риф. К коралловым рифам акулы близко не подплывают. То есть акулы могут быть на глубине в открытом море. Там, где есть коралловые рифы, они подплывать не будут. Поэтому, что касается безопасности в наших отелях в Шарм-эль-Шейхе, у нас есть лайфгарды, которые постоянно курсируют и в море под водой, да, проверяют обстановку, и над водой, соответственно. Есть как бы буйки, которые огораживают море, и лайфгарды контролируют процесс плавания туристов и не дают им заплывать за буйки, не дают им отплывать далеко от коралловых рифов. То есть безопасность соблюдается именно таким образом. Но опять же, повторюсь про нашу лагуну. То есть для тех, кто действительно боится на паническом уровне, да, есть лагуна, в которой абсолютно точно безопасно, в которой не открытое море совсем, в которой также можно купаться. Что касается номерного фонда отеля «Rixos Premium Sea Gate», здесь у нас гораздо больше номерной фонд, то есть больше категорий номеров. На второй береговой линии у нас есть номера категории Superior Room Aqua, Deluxe Room Aqua, Family Room Aqua и красивые большие сюиты. К сожалению, в данной презентации они не показаны, поэтому пройдемся по номерному фонду первой категории, первой береговой линии, простите. Номера категории Superior Room на первой береговой линии это будет минимальная категория номеров площадью 32 квадратных метра. Максимальное размещение в номерах категории Superior Room, Superior Room Aqua, Deluxe Room и Deluxe Room Aqua. У нас два взрослых и два ребенка. При этом, пожалуйста, обращайте внимание, что в данных категориях номеров предоставляется максимум одна дополнительная кровать. То есть, если у вас едут туристы, два взрослых, один ребенок 12 лет, один ребенок 3 года, это будет максимально комфортное размещение, потому что мы можем доставить в номерах Superior Room, Deluxe Room, Superior Room Aqua и Deluxe Room Aqua одну дополнительную кровать полноценную и одну детскую кроватку. Если у вас едут туристы, два взрослых и два ребенка 11 лет, то им будет уже менее комфортно, потому что мы по-прежнему можем представить в номерах только одну дополнительную кровать. То есть второй ребенок будет либо делить кровать с первым ребенком, либо делить кровать с родителями. Поэтому, пожалуйста, обращайте на это обязательно внимание. То же самое касается номеров категории Premium Room. Это контрактные номера, и это единственная категория номеров с гарантированным видом на море. Поэтому, пожалуйста, обратите сейчас внимание, что все остальные номера в отеле Rixos Premium Seagate могут быть либо с видом на сад, либо с видом на бассейн. Если туристам необходим номер с гарантированным расположением ближе всего к пляжу и с видом на море, то это будет именно категория номеров Premium Room. Эти номера у нас находятся в 18 корпусе. Эти номера у нас находятся на втором и на третьем этажах. Данные номера у нас прошли реновацию в октябре прошлого года. То есть чуть меньше, чем год назад. Это самые реновированные номера, это номера с гарантированным видом на море, и это самая идеальная локация, самый первый корпус к пляжу. Номера категории Swim-Up это не контрактные номера, поэтому обращайте внимание, они у нас доступны только по запросу через туроператора Fun&Sen. Всего у нас 12 номеров, поэтому именно они и доступны по запросу. Это номера, которые находятся в том же корпусе, где и номера премиум, но на первом этаже с выходом в бассейн с террасы. Средства. Номера категории Family Room. Вот здесь мы говорим о максимально комфортном размещении со взрослыми детьми. Максимальное размещение в данном номере 4 взрослых или 4 взрослых и 1 ребенок. Ну, то есть может быть 3 взрослых, 2 ребенка, может быть 2 взрослых, 3 ребенка. Как раз-таки то, что обычно интересует ваших туристов, да, это номера категории Family Room площадью 40-58 квадратных метров. Номер состоит из двух спален, одна спальня проходная, то есть одна спальня с большой двухспальной кроватью, вторая спальня с двумя раздельными кроватями и одна ванная комната. Данные номера у нас находятся в корпусах 10, 12 и 17, которые расположены ближе всего к детскому клубу. И здесь номера также могут быть с видом на сад или с видом на бассейн.
В номере может быть представлено также одно дополнительное спальное место. Номера категории Family Suite. Очень часто бывает, что вы бронируете два номера туристам, номер категории Superior, два номера, или номер категории Deluxe, два номера, и потом пишете нам и просите сделать коннект. К сожалению, в таком виде коннект мы гарантировать не можем, потому что номера в коннекте у нас выделены в отдельную категорию. Номер категории Family Suite. То есть номер в коннекте Superior и Deluxe – это как раз-таки будет номер категории Family Suite. Одна спальня с двуспальной кроватью, вторая спальня с двумя раздельными кроватями, две ванные комнаты и межкомнатная дверь. То есть connected door. Максимальное размещение в таком номере будет 4 взрослых и 2 ребенка. То есть может быть 2 взрослых, 4 ребенка. А предоставляется по одной дополнительной кровати в каждой из спален соответственно. Категория номера Junior Suite. Наиболее высокая категория номера номеров на первой береговой линии. Номер у нас идет с двухспальной кроватью, то есть данные номера не представлены в категории Twin. Это исключительно King Size кровати. Диван-софа, который вы видите в зоне гостиной на фотографии, он у нас не раскладывается, но определенная его часть используется как дополнительное спальное место, так как он как раз соответствует размерам 200 на 110. И также в номере может быть представлена еще одна дополнительная кровать. То есть здесь, опять же, максимальное размещение 2 плюс 2 или 3 плюс 1. Хочется отдельно выделить аквапарк, чтобы у вас было представление, потому что это не просто несколько горок, да, и мы смело говорим, что это полноценный аквапарк. Здесь 23 водные горки для детей и взрослых. 8 из них будет детский островок, который у нас как раз-таки на фотографии снизу. Коллеги, выключаем микрофоны, чтобы мне было слышно. На территории самого аквапарка у нас находится главный ресторан, где можно полноценно пообедать с 12 часов дня до 5 часов вечера, и два бара, которые сервируют исключительно безалкогольные напитки. Аквапарк у нас доступен гостям отеля Rixos Premium Seagate и гостям отеля Rixos Sharm el-Sheikh в том числе. То есть гости отеля Rixos Sharm el-Sheikh, как уже было отмечено, могут приезжать в отель Rixos Premium Seagate и пользоваться полностью всеми сервисами отеля, пляжем, барами, ресторанами, ресторанами а-ля-карт и аквапарком отеля Rixos Premium Seagate в том числе. Коллеги, ой, какие у нас есть вопросы по отелю Rixos Premium Seagate? Давайте включим видео, и пока у нас будет идти видео, у вас будет около 2 минут, чтобы задать интересующие вас вопросы.
Коллеги, возвращаемся к нашим вопросам. По поводу зоны 18+, в отеле Rixos Premium Seagate. Зоны 18+, в самом отеле Rixos Premium Seagate у нас нет. В связи с тем, что гости отеля Rixos Premium Seagate старше 18 лет, они также могут ездить в отель для взрослых Rixos Sharm el-Sheikh. То есть, в целом, если вы приезжаете отдыхать с ребенком от 4 лет и старше, вы можете оставить ребенка самостоятельно в детском клубе под присмотром аниматоров, сесть на гольф-машинку и за 5 минут доехать до отеля для взрослых. Чтобы вы не беспокоились за детей, у нас также есть камеры наблюдения в детском клубе, и родителям выдается ссылка, по которой они могут наблюдать за тем, что происходит с их ребенком. Но это при желании, опять же. То есть до 11 часов вечера ребенка можно оставить в детском клубе и поехать отдыхать в отель для взрослых. И также, соответственно, вернуться в свой отель уже позднее. Что касается размещения больших семей, 7-8 человек. Во-первых, все зависит от возраста детей. То есть нужно просчитывать и смотреть. Это, например, если это 4 взрослых, 4 ребенка, то это может быть один номер family и один номер superior. То есть здесь нужно именно смотреть, пишите нам по конкретным запросам, пишите туроператору Фанцан, они прекрасно знают максимальное размещение в каждом номере, они вам обязательно подскажут, как лучше разместиться. Если возникают какие-то вопросы дополнительные, можете писать мне, я обязательно оставлю свои контакты в конце вебинара, поэтому эти вопросы уже давайте решать в более индивидуальном порядке. Но для размещения больших семей у нас есть прекрасный отель Golf Villas Sharm el-Sheikh by Rixos, который вы, к сожалению, не очень активно продаете, точнее, совсем не хотите его продавать, потому что отель несколько отличается от того, к чему привыкли, наверное, и вы, и туристы в плане отдыха по концепции «Ультра все включено». То есть отель Golf Villas Sharm el-Sheikh by Rixos, который на данный момент работает с октября 2022 года, то есть чуть меньше года, опять же, абсолютно новый отель, который состоит буквально из гольф-полей и вилл. То есть здесь у нас гольф-поля, сделанные по международным стандартам, это 18 лунок, 18 озер и 102 виллы, которые все двухэтажные, четырехспальные, пятиспальные и шестиспальные. То есть здесь у нас идет три категории вилл. Первая – это президентская вилла, вторая – это роял вилла и третья – это квин вилла. В каждой вилле, в каждой спальне отдельная ванная комната, все кровати идут king size. Все кровати идут king size. Есть прекрасные гостиные комнаты, полностью оборудованная кухня, на которой есть, наверное, все, что может пожелать любая хозяйка, начиная там с большого полностью загруженного напитками холодильника, плита, духовка, микроволновая печь, вафельница. То есть абсолютно все, в принципе, что, наверное, может пожелать действительно любая женщина на кухне. Повар может приходить к гостям на виллу. И гости проживают по концепции премиум ультра все включено. То есть гости могут пользоваться главным рестораном, который находится на территории отеля, баром, который работает 24 часа в сутки. И помимо этого гостям также предоставляется бесплатный рум-сервис. То есть 24 часа в сутки гости могут заказывать себе на виллу абсолютно любые напитки, абсолютно любые блюда. Начиная там, я не знаю, чивас, хоть каждые полчаса, да, и лобстеров также хоть каждые полчаса. При этом, так как у отеля нет собственного пляжа и нету какой-то развлекательной программы, наши гости проживают по концепции «оставайтесь в одном, наслаждайтесь тремя». То есть мы со своей стороны организовываем бесплатные индивидуальные трансферы на машинах Mercedes класса, в зависимости от количества туристов того или иного. Буквально за 10 минут гости доезжают до отеля Rixos Premium Seagate, где они также могут пользоваться абсолютно всей инфраструктурой и сервисами. Пляжем, барами, ресторанами. На вечер они могут бронировать рестораны а-ля карт, аквапарком отеля Rixos Premium Seagate, отелем для взрослых Rixos Sharm el-Sheikh, то есть абсолютно всем, как полноценный гость отеля Rixos Premium Seagate или отеля Rixos Sharm el-Sheikh. Это все организовывается в индивидуальном порядке через личного батлера, который закреплен за виллой гостей и находится с ним 24 часа в сутки, обслуживает их от и до. Шаттлы из других отелей до отеля Golf Villa
он не очень имеет смысл, так как там нет общей инфраструктуры. То есть у гостей есть приватная вилла с приватным бассейном, где они проводят время. Секунду, не очень видно на фотографиях. Прошу прощения. То есть это полностью приватная вилла с приватными бассейнами. Из общей территории это действительно только один главный ресторан и бар с террасой с видом на гольф-поля. Если гости отеля Рикса Шарм-эш-Шейх или гости отеля Рикса с премиум Сигей хотят поиграть в гольф, это возможно организовать за дополнительную плату. Трансфер при этом мы будем рады предоставить бесплатно с нашей стороны. То есть в основном мы не видим большого спроса от туристов на поездки просто в отель, потому что там нету какой-то общей инфраструктуры, и кроме гольфа там заняться, в принципе, нечего, если у вас нету собственной виллы, да, с бассейном, где можно проводить свое время. Поэтому вот как раз-таки о размещении 7-8 человек. Такое размещение будет возможно здесь. И если вы обратите внимание на стоимость, то разместить 7-8 человек на вилле с приватным сервисом, с личным батлером и с индивидуальными трансферами в отель Ritz с премиум сидеть будет значительно выгоднее, нежели разместить их в двух-трех номерах отеля Ritz с премиум сидеть. Поэтому обращайте ваше внимание. Завтра у нас с вами будет еще один вебинар по новинкам отеля Риксос в Египте, и там мы расскажем как раз, что случится с данным отелем уже 1 сентября. У нас откроется немножко большая часть номерного фонда, и это даст нам больше возможностей в плане продажи этого отеля, но давайте посмотрим видео того, что у нас как раз есть сейчас. Дорогие коллеги, у нас с вами подходит к концу наше время эфирное, поэтому давайте вы задавайте вопросы, если они еще остались, по отелю Рикса Шарм-эш-Шейх, по отелю Рикса с премиум Сигейт, по отелю Гольф Вилла Шарм-эш-Шейх бай Риксас. Так как в Фургаду сняли полетную программу, я просто напомню, что у нас в Фургаде есть прекрасный отель Rixos Premium Magavish Suites and Villas, который состоит буквально из номеров категории Suite и Vill, то есть здесь абсолютно нет стандартных номеров. Песчаный пляж протяженностью 1 километр, очень плавный заход в море. И как возник вопрос сегодня, сразу скажу про то, что у нас здесь стоят сетки, которые вкопаны в песок на несколько метров. Есть спасатели перед сеткой, есть спасатели за сеткой, которые контролируют море. Есть скоростные лодки, которые также контролируют береговую линию. И туристов за сетку, конечно, никто не выпускает. Это все строго контролируется. Отель наиболее премиальный, один из наших самых лучших проектов. Работает он по концепции премиум ультра все включено. С номерным фондом ознакомиться можно будет по нашим факт-счетам. Пожалуйста, сохраняйте мои контакты, которые сейчас на слайде. Это номер телефона, который доступен в WhatsApp и в Telegram. Я стараюсь всегда отвечать максимально быстро и по мере возможности помогать.
моя почта, на которую можно написать мне письмо. Я вам отправлю полезную ссылку с полезной информацией. Какие есть вопросы? Пожалуйста, пишите. Матросов нет вопросов. Давайте я продублирую в чат свой номер телефона. Чтобы вы могли просто скопировать. Ссылку на Telegram я так быстро не смогу вставить. Коллеги, давайте вы мне напишите, вот просто сразу в WhatsApp, я вам сейчас отправлю презентацию, я вам отправлю все полезные ссылки по нашим отелям и телеграм-канал в том числе. Телеграм-канал у нас ведется довольно активно, какие-то посты, информация всегда обновляется, полезные ссылки туда также всегда направляются, поэтому напишите мне, пожалуйста, в WhatsApp. Я продублировала его в чате, чтобы вам было удобнее скопировать. И я отправлю сразу же все полезные ссылки. Мы подождем 2 минуты, пока все сохранят контакты. Сообщения посыпались. Мне было очень приятно рассказать немножко информации о наших отелях. Я надеюсь, что она была полезной и пригодится в ваших продажах и положительно повлияет на количество продаж в отеле Rixos в Египте. Завтра в то же время на том же месте буду рада рассказать по нашим новым проектам, которых довольно много. Всем хорошего, продуктивного